есть на земле сказка одна, с именем звездным – любовь. Песня любви людям нужна, и потому вновь и вновь молодость стар ищет любовь, словно забытый мотив. Но и мудрец вряд ли найдет формулу вечной любви. Формула любви – тайна всех времен и источник вдохновения. Формула любви – сладострастный сон и слова благодарения. Формула любви – взгляд через года, клятва верности вселенной. Формула любви – муки и мольба. В каждом сердце клад бесценный. Формула грез, в зеркале слез, вся из молекул любви, радость и боль, сладость и соль с адреналином в крови, что все пройдет, жизнь и любовь, царь иудейский сказал, но даже он, сам Соломон, формулу не разгадал. Формула любви. Путь за горизонт, где душа царица плоти, формула любви в непогоду зонт и доверие на волшебной ноте. Формула любви осень и весна, без кокетства и без грима. Мир спасет любовь, лишь она одна пред грехом неуязвима. Как уловить твой фимиам, не ошибиться в мечтах, чуткость души, нежность и шарм не разменять в мелочах. Ах, как горчит губ аромат в искрах каминных зимой. Осень любви, терпкий мускат, сердце мое успокой. Формула любви, шепот, экстаз и великий дар терпения. Формула любви, блеск счастливых глаз, и полет, и приземление. Формула любви, жажда и родник, нить вопросов и ответов. В килях минус плюс хочу познать законы жизни. Не страшно, вдруг я разобьюсь. Но ноль командует, не трусь, поверь в себя, в свою харизму. Спросил вечности, кто ты, случайность или творенье Божье, плоть памяти или плоть мечты, дух догма или дух возможности. Я в замешательстве стучусь в пространство мудрых света теней, где на качелях минус плюс. Ноль истекает откровением. Законы не приемлют догм. Жизнь правда, а не оправдание. Плюс-минус не игра в пинг-понг, а принцип миропонимания. В себя поверить значит быть в гармонии с самим собою и к ближнему любовь явить. И память подружить с мечтой. Я на качелях минус-плюс сумею выстрадать прозрение, и ноль пройдя опять вернусь в свой век корысти и растления. Но научусь искусству жить в земном партнерстве с волей Божьей, чтоб в день суда вновь подтвердить. Жизнь – это шанс понять, простить. Жизнь – это время, путь, возможность. Душа и плоть – совокупление плоти, коль без души – физический магнит. Но их сотворчество, когда в едином взлете они восходят к Богу, этот миг нельзя сравнить ни с чем. И коль однажды вам удалось подобное познать, то это значит, от щемящей жажды
вновь все почувствовать и снова испытать, а может опровергнуть, не уйти. О наши души, души воплоти, о наша плоть, когда ты не бездушна, когда к добру и злу неравнодушна, когда душе даешь ты предпочтение, когда душа твой кладезь вдохновения. Знай, все тебе окупится старицей. Душа и плоть, глаза Творца в глазницах. Давайте выстроим стену благодарения за то, что было, есть и знаю, будет. Наш угол зрения обретет прозрение в тот самый миг, когда поверят люди в свое предназначение на планете стать сотворцами Бога во Вселенной. Мы друг за друга на земле в ответе. И зла уроки для добра бесценны. Давайте выстроим стену благодарения, сестру святой стены земного плача. Ведь в радости снисходит откровение. И нет первостепеннее задачи, чем та, в которой формула успеха зависит от доверия между нами. Решение задачи станет вехой, защитой от террора и цунами, доверие друг другу – путь спасения. Давайте выстроим стену благодарения. Окружение цветов. И человек не царь, дитя творения, бегущий от содеянных грехов в обитель покаяния и прощения. Ты волен сорняки своей души с молитвой Божьей выкорчевать с корнем. Тебе решать, что выбрать, тень вершин или восходить к вершинам в свете молний. И розы, и шипы, и пустоцвет ты встретишь на пороге испытаний. Возрадуйся и воскреси букет любви, надежды, веры, сострадания. Дорога к храму в окружении цветов и искра Божья, данная в наследство, и осознание собственных оков, и красота молящегося. Позволю себе Елисею преподнести стихотворение, если вам, ему понравится, он его выучит, которое написано из цикла «Устами ребенка». То есть я буду говорить, как будто бы я ребенок. Я не буду рисовать небо серым цветом. Я не буду рисовать город в дым одетым. Нарисую рыб в реке, стрекозу на лепестке, распустившуюся почку и прожилки на листке. Дым заводов и машин превращу в тюльпаны. Пусть цветы глядят с вершин, как это ни странно. Нарисую чистоту и природы красоту, дождь и радугу дугу, и подснежник на снегу. Я хочу, чтоб дети мира помогли планете. Для землян земля – квартира. За нее в ответе я и ты, любой из нас, и не завтра, а сейчас. Галочка говорила о стихотворении, а очень интересно, это ее стихи. Кроме Сергея все читали свои стихи, и кроме Елисея все читали свои стихи, правильно? И вот там была такая тема о том, как мы часто хотим доказать правоту, и, в общем-то, это зло выглядит, я прав, а иногда мудрость говорит о том, что главное даже не правота, а отношения. Это важнее твоей правоты. И здесь тот случай, когда можно и нужно жертвовать. И женщина это понимает, наверное, больше даже, чем мужчина, простите меня, дорогие мужчины. И часто
выглядит, как будто бы она соглашается. На самом деле это великая жертва во имя сохранения отношений. Так вот, стихотворение на эту тему называется «Мудрость гармонии». Как часто мой зов на скалу натыкался, искал понимание и замолкал. Ты быть неприступным, как скалы, старался. А я, как волна, размягчала твердь скал. Я соком любви твою строгость поила и светом Творца наполняла сосуд. И Бог подарил нам взаимности силу и стал милосердней твой праведный суд. Мы мудрость гармонии вместе познали, принять и услышать друг друга смогли. И струны надежды во мне заиграли, и песни молитвы из уст потекли. Длине своих ног предпочла высоту безмерных глубин. С них душа стартовала и плоть обрела, поклонясь естеству. Естественно все, что даровано Богом. Носы, цвета кожи, характер и рост. Ничто не случайно. Но выбор дороги за нами. Увы, этот выбор непрост. Сумей не грешить в мире зла и обмана. Ответь, ты есть плоть или душа во плоти? Длина женских ног для мужских глаз желанна. Но души желают друг в друге найти естественность той первозданной природы, которая в каждом живет, чтобы явить свое воплощение в палитре свободы, чтоб свету единства свой цвет подарить. Сняла каблучки и естественней стала, длине своих ног предпочла высоту духовных глубин. С них душа стартовала и плоть обрела, поклонясь естеству. Его сейчас вот уровень поэзии достаточно высок, глубок. Он тоже не кончал литературных институтов. Кстати, я тоже не кончала. Видимо, поэзия – это нечто другое. Можно красиво рифмовать, можно многое выражать красиво по форме. Но поэзия – это нечто другое. И если я позволю продолжить мысли Андрея под своим стихотворением. Пройдя сквозь частоколы непризнания, воззванием к миру зачехлив кинжал, очистившись от яда отрицания, познав девятый и десятый вал, поэзия направит мысли, чувства к вершинам постижения высоты и станет философией искусства и обнаженным нервом красоты. Событие, которое, к сожалению, может, к счастью, я не знаю, как это трактовать, но тема смерти в нашем бренном мире – это тема, естественная тема. Человек, рождаясь здесь, на земле, умирает. Я не знаю, что будет в будущем. Я очень хочу надеяться, что люди праведные смогут обрести бессмертие. Но я себе позволю свое трактование очень сложной темы. Тема смерти. Я это стихотворение написала от первого лица. Но так как я не вправе такие вещи говорить от первого лица, я назвала его «Монолог пророка». И вот предлагаю вашему вниманию. Очнитесь, люди! Ваше тело – панцирь. В нем искра Божья, лишь она не тленна. Вы так беспечны, пребывая в рабстве. Вы так несчастны, выходя из плена. Вдохните вечность.
Сбросьте лица, маски, почувствуйте, душа парит, как ветер. Не опошляйте девственные краски, не унижайте жизнь презрением к смерти. У смерти власть, дарованная Богом, прервать или продлить земное время. Но свет Творца на жизненной дороге смерть обойдет, разбрасывая семя. Ведь свет Творца есть дух, нашедший пристан. О Боже свой, на рубеже столетий, пусть встреча смерти с праведной жизнью укажет человеку путь без смерти. Это стихотворение написано в моей книжке. Андрей, послушай. На твоем сижу, родная, кресле, наши посиделки вспоминаю. Твоя жизнь — пример добра и чести. Смерти нет, я это твердо знаю. Твое фото рядышком со мною. Ты всегда была моей подругой. Я слезой дверь в память приоткрою, и, как прежде, мы поймем друг друга. В параллельном мире пребывая, ты ко мне приходишь в сновидениях. Твоя душенька меня оберегает и бросает коврик при падении. Я с тобой сверяю свои планы и молю Творца взять в Царство Божье душеньку моей любимой. Нашу связь я ощущаю кожей. Господи, веди меня к прозрению, на вопросы не спошли ответы, и, даря мне жизнь для восхождения, дай познать бессмертие секрет. Тело хочет жить в достатке, и чтоб телу угодить, из души уходит в пятки. Правда, с ложью легче жить, но душа, душа от Бога, храм ее на небесах, и живет душа у Бога, если правды нет в глазах. Заклинаю тебя, правда, стань прозрением для слепца, стань чистилищем из ада, ведь ты заповедь Творца. Поражай днем и ночью алчность, ненависть и месть, не рассыпься многоточием там, где душу лежит лесть. Не давай лжецам пощады, смело проникай в сердца. Главное, всегда будь правдой, ведь ты заповедь Творца.